Доброе утро, мои дорогие. Сегодня суббота, 6 апреля, 7 утра. И да, мы с мужем, моим любимым, едем на игру. Это на целый день. Мы едем смотреть игру внучек. Моих степ-внучек, его внучек двух. Келси и Пейтон в баскетбол играют. Это дети Джереми и Криста. В общем, первая игра в 8 утра. Где-то сколько же будет игр? 5 или 6? У каждой, наверное, по 2 или 3 игры. Первая игра в 8 утра и последняя игра в 6 вечера. Представляете? В общем, мы едем на целый день. Дженнифер с подружками на sleepover. Вчера у нее были. Она 7 класс, школьные танцы. Даниил дома, на хозяйстве. Сейчас спит еще. И будет смотреть за собачкой. Вот. А мы приедем домой. Кстати, это мы на целый день едем, чтобы поддержать. Мы такие поддерживатели. Девчонки, Криста и Джереми, очень любят баскетбол и футбол. Джереми их тренирует. И, значит, они записаны на это. Это не школьное, это еще какой-то вот клуб. В общем, они все, если у меня муж Даниила очень много, Даниилу очень нравится, он сделал выбор такой вот футбол. Дженнифер у нас фигурное катание, кстати, завтра у нее тест. Я уже платье отпарила, завтра у нее тестирование. А эти вот девочки, наши степнучки, мои степнучки, они именно больше по баскетболу. Обе. Там одна высокая, значит, если их вместе поставить, так интересно, даже вот, ну, внешне они совсем не похожи. Одна высоченная, одна высокая, ну, высоченная, как я, высокая, и вторая намного ниже. Но папа и мама одни и те же, так что. И обе увлечены, знаете, вот не рост, как говорится, обе очень хороши именно в этом вот, в этих обоих спортах и в этом вот и в футболе, и в баскетболе, но им больше нравится, насколько я вижу, баскетбол. Хоть одна вот высокая, и знаете, подумали бы, там вот именно для высокой вот баскетбол. Да, что пониже, вот Пейтона тоже прекрасно играет в баскетбол, и ей очень нравится, и очень такая вот, знаете, идет вот за мячом, не обращая внимания, там какая разница, высокий, невысокий. У нас же Даниил, так вот Господь повелел, что у нас тоже он невысокий, но такой лидер именно на поле, то есть идет мчиться за мячом. И у моего Даниила из этих вот футболистов любимый Месси. Ну и когда Даниил сильно переживал то, что он по росту там невысоченный, я говорю, ну смотри на Месси. Так что он всю биографию Месси знает наизусть. И Даниил уже, наверное, роста Месси. Месси, насколько я знаю, 167. Где-то вот такой рост. Ну и где-то такой же Даниил. А может быть даже и выше. Потому что у меня 168, и кажется, уже Даниил чуть-чуть выше меня. А Дженнифер нет, она не выше. Она тоже сильно переживала, что она сильно высокая. И каждое утро приходила и сравнивалась со мной, что вот сильно боялась, говорит, вот скоро я буду, наверное, я выше тебя. А сейчас я смотрю, она вот остановилась вроде бы по росту, и 13 там с кусочками, 4 месяца, и вот так по росту остановилась. А Даниил стал тянуться. В общем, посмотрим, ему через полгода, ему 15 лет, посмотрим, как вот. Старше у меня, он у меня долго был. Такой вот, ну как бы низковатый, но вот именно к 15 годам он стал очень сильно тянуть.